В Актобе в Западно-Казахстанском медицинском университете имени Марата Успанова начали печатать пластиковые лангеты – повязки, изготовленные при помощи 3D-принтера. Их можно использовать вместо гипса при переломах рук и ног. По словам ученых, они удобны в применении, поскольку при нагревании могут принимать любую форму. Такие лангеты значительно легче, но при этом в несколько раз прочнее гипса. Кроме того, они позволяют избежать многих осложнений, которые могут возникнуть при использовании традиционного материала, в том числе пролежней и травм от самой повязки. Сейчас ученые продолжают исследования в этой области, потому о массовом производстве таких повязок речь пока не идет. Однако несколько десятков экспериментальных лангет специалисты уже в ближайшее время передадут в травматологические отделения местных больниц.